Приветствую вас, дети мои. С 11 по 19 мая Читай-город проводил акцию «День рождения 9-го королевства». В ходе нее нужно было выполнять задания и получать призы, а точнее покупать их за подаренные монетки. Всего можно было заработать 3000 монет, и столько же стоил ограниченный 10 единицами лот с купонами на скидку в 600 рублей. Понятное дело, что я захотел его урвать и мониторил страничку игры в районе 12 часов ночи. И ничего не предвещало беды, но... Но тут... Как только часы пробили полночь, страница игры легла и лежала приблизительно 15 минут. И все это время к странице с последним заданием, за которое давали недостающие до круглой суммы в 3000 оставшиеся 400 монет, не было доступа. Я пытался зайти с нескольких устройств из разных браузеров ни в какую. К 15 минут первого страница стала доступна. На прохождение последнего задания требуется 5-10 секунд. Там три вопроса, без разницы как ответишь, монеты все равно дадут. И только после этого будет достаточно денег для покупки желаемого лота. Я же, заподозрив неладное из-за недоступности для простого пользователя страницы игры в течение такого долгого промежутка времени, сразу же после открытия страницы решил зайти в магазин. Так как обновлял страницу каждые 2-3 секунды, то попал в игру сразу же, как она стала доступна, и у меня были в запасе вышеописанные 5-10 секунд, нужные для прохождения последнего задания игры. Перейдя же на страницу магазина, было обнаружено, что нужный мне ограниченный лот с купоном с заманчивой скидкой исчез. Дескать, уже раскупили, но как это могло произойти, если сайт все это время был недоступен? С различных устройств из разных браузеров. А время активации последнего задания 12 часов по Москве, то есть для всех одинаково. К сожалению, сам процесс попыток захода записать не успел, так как подобной ситуации не ожидал и ПК был поначалу отключен. А затем судорожно обновлял страницу. Как говорится, знал бы, соломку подстелил. Возможно, ЧГ не виноват и это никакой не обман, но больно уж подозрительно вся эта ситуация выглядит, на какую-то аферу походит. Как минимум странно, что страница игры так долго лежала, а кто-то все же умудрился на нее зайти, пройти задание и купить нужный лот. Ну а на этом пока что все. Берегите себя и своих близких, не болейте и еще увидимся.